Доброго времени суток, дорогой друг! Приглашаю тебя на канал Футбол ТВ, который посвящен играм серии PS и FIFA, Лиги и Кубки разных стран, Лига Чемпионов, Лига Европы, матчи сборных. Подписывайся и наслаждайся просмотром. Ссылка в аннотации и в описании под видео. Меня зовут Реймонд Форестер, профессор Форестер. Сегодня 1 марта 2017-го, 72-й, 60-й. Я добавил в кубик сахара ЛСД в 4 раза больше рекомендованной дозы и проглотил его. Я зарядил в револьвер 38-го калибра один патрон. Ты уже что-нибудь чувствуешь? Монтгомери Маркленд представляет: секс, наркотики и наука, преступление, убийство, паранойя, заговор на протяжении 4 десятилетий. Я приставлю дуло револьвера к своему виску и нажму на крючок. Если я правильно все рассчитал по времени, это произведет... желаемый эффект. Основано на подлинных событиях. Меня постоянно посещает сомнение, что я не тот, кем себя считаю. Имя? Нобель. Вы пошутить решили? Уверен, что под личиной шерифа скрывается настоящий человек? Скорее всего. Возможно. Вы когда-нибудь пробовали кислоту? Я говорю кое о чем другом. Я запуталась. Это же канун Нового года. Да, он каждый год бывает. Они путешествовали автостопом, и я их подобрал. Они не убийцы. Вам не кажется, что ваш разум выкидывает номера? Постоянно. Не надо. Подожди мгновение. Это, возможно, опасно. Да что они сделают? Убьют нас за то, что мы весело время проводим? Наркотик вызывает напряженные ощущения. Вот хорошее описание. Русская рулетка с кубиком сахара. Он меняет все твои восприятия? Именно так. Дорога Малибу. Скоро на экранах.